топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Единственная наследница Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась с подписчиками весьма необычным видео на личной странице Инстаграма. Для вашего просмотра с удовольствием, подписала пост девушка. Где был снят ролик, остается загадкой. В кадре, облаченной в плавки Николай Цискоридзе и его пышнотелая подруга, певица и телеведущая Теона Кондрядзё в купальнике беседуют на кухне. Бывший премьер балета Большого театра мотивирует женщину сделать совместную поддержку в образе Сильфиды. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм публикация от собака Паша подчеркивание Тати 97-2025 часов 25 минут ДТ. «Я правда не понимаю, как ты это делаешь», — говорит Кондрядзё. «Это главная наша аксиома — поднимаешь не вес, а характер». Сознанием дела отвечает ей танцовщик и ловко поднимает на руки Теону, которая предварительно достала из шкафа сковородку. Многие отмечают, что на видео Николай выглядит несколько поправившимся. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.